Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами творческая мастерская «Ларец чудес». И в этом уроке я предлагаю вам вместе со мной сделать очень красивую, воздушную, нарядную брошь на любой праздник и под любой ваш наряд. В диаметре, в готовом виде изделия получается 9 сантиметров. Брошь достаточно большая, но смотрится она очень эффектно. Итак, открываем наш ларец и начинаем творить. Для работы нам необходимо сделать 6 вот таких деталей. Для ее изготовления одной детали нам потребуется атласная лента, отрезок длиной 10 сантиметров на 5. Края мы не обрабатываем огнем для того, чтобы нам было проще работать с этим отрезочком. Далее мы с вами должны вот такими вот движениями разобрать один край нашей ленты для большего удобства в работе. Затем, отступив 0,5 сантиметра от одного из краев, мы с вами аккуратненько вынимаем одну ниточку. Самая вот первая ниточка, она самая сложная. Вынимаем одну ниточку и далее начинаем постепенно вынимать ниточки из нашего отрезочка, не торопясь. Работа очень кропотливая, требует усидчивости. Но итог вас порадует. После того, как мы обработали середину нашей ленты, с двух сторон у нас осталось по 5 мм цельной ленты, нам теперь нужно нашу заготовку привести в размер. Нам с вами необходимо 8 сантиметров. То есть отрезочек мы всегда берем с запасом, мало ли чего. 8 сантиметров. Для этого мы сначала обрабатываем ленту с одной стороны, подрезаем. От готового края отмеряем 8 сантиметров и приводим нашу заготовочку в тот размер, который нам необходим. Вот то, что в итоге должно получиться. Складываем нашу ленту изнаночными сторонами внутрь, уравниваем срезы и маленьким пламенем фиксируем ленту с двух сторон. Складываем вот таким вот образом, уравниваем и снова фиксируем
совсем небольшим пламенем снизу. Вот что должно получиться. Затем пальчиками сводим верхушечку и немножечко ее подплавляем. И выворачиваем. После всех обработок вот такая вот деталь у нас с вами должна получиться. Далее вырезаем из атласной ленты круг диаметром равный нашему основанию броши. У меня основание броши 3,5 сантиметра, поэтому и кружочек у меня диаметром 3,5 сантиметра. На него мы сейчас будем клеить наши лепесточки. Вот то, что должно получиться. Далее нам необходимо будет серединочка. У меня диаметром 5 сантиметров. Как ее выполнить, ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Итак, дорогие друзья, сегодняшний мастер-класс мы с вами завершили. Вот такая вот очень красивая брошь в итоге у нас получилась. Можно даже сказать, что она у нас в ретро-стиле. Я не знаю, передает камера или нет, но она очень-очень вся переливается, очень она вся красивая. Она мне нереально нравится. С удовольствием буду носить ее сама. Вот такая вот у нее изнаночка. Я надеюсь, что сегодняшний видеоурок вам тоже очень понравится. Я надеюсь, что он займет достойное место в копилочке ваших идей. Я всем желаю творческих успехов. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоуроки. Всего вам доброго. Всегда ваша Чернова Юлия.